Наталья. Ну, Наталья, ладно, значит, ты карточку перекрестков изучаешь. Вот. Наталья, где твой солдатик? Твой солдатик в продуктовом магазине. И тут два зомби. Ну, я сначала отдам еду, чтобы сюда прокормить. Ну, это можно было и не сначала. Ладно. Три еды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нормально, всё. Да? Шесть прокармливаем. Угу. Вот. Ну, потому что я еще как бы не готова. Где мои зомби? Где мои зомби? Где мой мальчик Томас Харт вот с пистолетом? Давай. Давай. Шестерочку. Нет, зачем шестерку? Ты даже можешь единичку потратить. А она хочет... А если пятерку? Я сразу двух убью. Если пятерку? Да, я его действие. Угу. Перк. Его перк используешь. Да. Два зомби погибает. Два раза кубик. Ты бросаешь кубик? Не бросай кубик повреждений. Не бросаешь. И нет. Двух мочишь, и не бросаешь кубик нет. повреждений. Прекрасно. Нет. Ну, ты нет. бросаешь кубик за два зомби, да. которые мы замочили. Угу. Есть. Молодец. 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Осталось 5. 3, 5. Так больше там нету кого убить. Если у меня нормально вот есть кидали, эта мы уже девочка. Давно. У меня есть эта девочка, но она мне. Есть девочка, есть зомби. Убивать я не могу. Я тогда Алажу возьму, может, что-нибудь. Ну, лазить она может с двоечкой? Может. У нее перк 2 плюс. Фон. Да. Тут у нас есть уже все, да? Мегафон сбрось на свалку. Ну, пусть полежит тогда. И остается у меня один. Может, на свалку сходить, почистить? Конечно. Схожу на а свалку. А сколько на свалке? Тут раз, уже много. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Зачем? Да, ну как зачем? Давай. Лучше бей. Так у меня нечем. Мне нечем. У меня единичка. И поменять она, наверное. Перекинуть ты не можешь? Перекинуть я не могу. Хорошо. Раз, я два, три. Убираем. Ну, если только... Дальше. Ну все, я больше ничего не могу. Дима, перекресток не сработал? Не сработал, она никуда не пошла. Димка меня не поддерживает. Только при перемещении. Только при перемещении сработала бы исповедь. Да? Да. Хорошо. Ну что, закончился у нас кружок? Ну, совершенно не нужно. А почему не поддерживаю? Предлагай. Что? Изгнать. Ну, знаете, кто это. Потому что он вам может подпортить, и конец игры будет. Здесь. Ему один бросок сюда. В свой ход ты сюда бросишь ерунду. И все. Да. И появится зомби. Надо убирать. Голосуй. Убирать будем, а мы вдвоем сможем. А ты не голосуешь? Я не имею права. А ты голосуешь. Я против. Ты против. Изгоняете Макса. Да. Прости, Наталья, ты своим голосованием изгоняешь внука. Я ужас. А я сына. Боже, какая игра. Из колонии ребенка. Да, что делать? У тебя есть там какие-нибудь выжившие? Или где-то... А у тебя две девчонки где не находятся? Одна здесь. Значит, ты выбирай, куда ты можешь попасть в любую локацию. А другая моя где? Вот здесь я пойду по пубе. Библиотеки? Ой, то есть больницы? Пойдешь в больницу. За изгнание убить отца. А у тебя же две. А одна там уже стоит. А, дайте мне карту изгнанника. Ну да, ты тянешь карту, как и я, изгнанника. И корректируешь свою цель. А свою показываешь? А если там не написано? Там все написано, инструкция. Макс, не спеши, почитай. Ему вслух надо учить. А, окей. У меня даже полегче выпало. Все? Ну, если он не показал, потому что... Я могу показать вам свою карту? А, он не показал. Если он не показал, значит мы попали. Не, я... Точку, да? Да. Если ты предатель, ты показываешь свою карту. А, вот. А, если... Если ты не предатель. А если ты предатель, у тебя просто меняется цель. Я предатель, не-не-не. Вы уже 100% знаете, что он предатель. Потому что хорошо, он не показал. Он не показал, да. Да? Как да, бы так? Да. Но у него цель немножко поменялась для выигрыша. А, ну вы знаете, что я предатель, так что сын просто хотел поесть. А вы его поиск. Давайте побеждать. А, да, давайте. Выгнали человека. Выгнали. У вас только двое осталось. Теперь может туда заходить не сможем. На этом
Давай пустим Серегу обратно. Да, все, фаза колонии. Потрати еду. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять. Три еды. Три. У нас вот бездельник. Проверьте мусор. Больше 10, меньше 10. Нет, значит, не падает. 6. Преодолейте кризис. Ну, посмотрим. Так, инструмент, топливо, инструмент, топливо. В любом сочетании. Все нормально. Мы преодолели кризис. Ну, потому что это Димка все положил, поэтому да. Макс не участвовал. Добавьте зомби. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, у нас добавляется 2 зомби. 6, как бы 3 зомби. И добавляется сюда, сюда и сюда. Ну, тут не страшно. Ну да. Все равно. В эту локацию добавляется 1 зомби. Наталья, да, твой солдат здесь. Выгоняли. Добавляется 1 зомби. Здесь у нас предатель. Надо его щемить. А здесь 3. 3 зомби добавляется. Раз. Ой, зомби какой-то дух. Падает. Раз, два, и третий зомби ударяется об это, ломает, конечно, препятствие, но и сам ломается. Все, и там в заправке у нас ничего не появляется. Шум есть? Нету. Проверяем основную цель. 12 не набрано. Продолжаем играть дальше. Переместите счетчик раунда. Бум. Передайте жетон первого игрока. Передаю. Наталья. А кубики добирать? Начинается фаза скрытия карта кризиса. Карта кризиса. Голод называется. О, у нас 4 еды должно быть здесь, ребята. Тогда мы преодолеем. А если не преодолеем, положите жетон голода на склад. Понизьте моральный дух на 1. Это может... число неизгнанных игроков, а двое изгнанных. Ты представляешь? Число неизгнанных игроков вот, участвует. А я полезный. Значит, им только 2 еды нужно. Да. А мы ж не имеем права участвовать. Изгнанных, так еще 2 еды, так еще более-менее, мы, может, да? Справимся. Мы ж изгнанные, я один хороший, ты давай плохой. Объединимся. Вроде так, но мы ж не можем объединиться. Еще одну взять. У нас ведь есть цель. Мы с тобой остались сражаться. Да, у меня вообще карт нету. А Сергей, а можно как-то на других выживших нападать? Да, можно. А как это работает? Я буду мстить, если она будет жестокой. Во-первых, ты должен находиться в одной локации с этим выжившим. Потом ты потратишь кубик. Как бы атакуешь. Да. Атакуешь. Кубик атаки. Бросаешь еще один кубик, берешь с резерва. Если выпадет число равно или меньше атаки той цели, на которую ты нападаешь. Вот, допустим, ты нападаешь на Наталью, у которой атака 4. А-а-а. У тебя 5. Должно быть выпасть 4 или меньше. 4, 3, 2, 1. А до этого вообще не. Значит, ты нанесешь ей ранение, раз. И плюс возьмешь у нее карту с руки любую, вслепую вытянешь. Так как ты если я не победю? Так как ты изгнан, это хороший вариант. Поднаставить. Нападать на кого-то. И убивать. Но ты должен находиться в одной локации. Если у него совпадает, понимаешь? Это самое. Ты должен, вот Макс молодец, он спросил, что ему делать. Он же все-таки нет, его так цель. У него же цель становится вот эта вместе с нами. После Нет, это у меня цель, потому что я хороший. А у него цель не знаю какая. А-а-а. Он же все равно как бы А совсем предатель. Изгнать его нельзя, да? Нет. А размечтались, убейте меня. У него нет... Он ходит по городу и ставит препятствия. Он сейчас начнет убивать. А что будет, если я проиграю? Ну, ничего не будет. Ничего не будет. Что, а? Я тебя покормлю еще раз. Говорю. Мы поедем домой, и все будет хорошо. Не смейте. Не надо никого убивать. По-настоящему, да. Никто никого не убьет. Так, бросьте кубики действия. Так, сколько у меня персонажа? 2. Значит, у меня уже 3 кубика действия появляются. Макс, у тебя сколько? Раз, у два. У меня 2, еще один. 3. У меня 3. У вас там увеличилось? У меня 3, да. Значит, у тебя 4 кубика, и да? У меня. Да. Что, хапнул? Да, я же... Ну, вот, вот они сейчас, видишь, вот эти хорошенькие, они сейчас начнут. Я тоже хороший. Я тоже хороший. По идее, но меня, блин, предали. Да, мне же легче. Тусим.
Как обычно. Две единицы, отлично. Ну и шестерка. Спасибо тебе. Мне же себя кормить не надо теперь. Я ем ничего. Я святой. Да, какая разница? Ты не находишься в колонии. Кормить тебе не надо. А, отлично. Я живу бесконечно и живу бесконечно. Так мы же не кормимся. Мы уже это прошли. Да. Угу. Ход игроков. Наталья первая. Димка, значит, тащит карточку перекрестка. Ну, сразу положу сюда, чтобы меня не тянули тут ничего. Пока не сработало. Так, где это у меня эта девчонка? Она же находится в колонии. Она может две карты взять, если в библиотеке. Зачем? У нас, Наталья, у нас надо мочить зомби. Ну и что, нам надо и это сделать? Мы все равно не успеем зомби замочить. А кто сюда положил? Я. Может, еще еду какую вытяну. И здесь кормить. Я понимаю, что нам надо преодолеть кризис. Да. Но кризис с едой лучше не в библиотеке, а лучше в продуктовом магазине. А сейчас она две карты берет. В библиотеке это на третьем месте. Я не уверен, что ты там найдешь что-нибудь. Да. Еда в библиотеке на третьем месте. У меня поиск тогда не очень. А у тебя есть продуктом уже это? Он может это действие выполнить. Давай замочи зомби сначала. Ну давай. У тебя же есть... Призову двух. Зомби я могу призвать к своему. Ну ты призови. Отсюда, Дима. Призови. Призывай двух тебе зомби надо, к себе. Тебе пустое, что было, да? Угу. А теперь вот этим солдатам мочи. У тебя какой перк? Пятерочка. Тратишь пятерочку? Да. Пятерочку. Один раз двух зомби, не бросая кубика повреждений. Мочишь. И за каждого этого зомби ты будешь бросать кубик, чтобы выполнить наш квест. Давайте один-один. Да? Было весело. Ну ты уже, ты ж уже не этот. Пять сработал. Я могу пойти. Один не сработал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я могу пойти, чтобы победить, но я хочу кровно отомстить. Это мне больше нравится. Ну дайте, теперь я там покопаюсь. Давай, может, у тебя же есть еще второстепенный квест, который ты должна выполнить. Угу. Еще там покопаюсь. Мне понравилось. Нормально. Сколько у нас тут? Один только. Вторую иду, да? Угу. Все, Дима. Все, ты пасуешь? И сюда. У тебя тут есть? Да, у меня два здесь. Я вот думаю, может, переместить их отсюда. Ну ладно, одну иду я возьму. Не знаю, больше, может, тебе еще попадет. Все, ты будешь думать в конце. Так, не сработало это? Не сработало. Она должна была своего героя переместить в локацию, там, где нет выживших. Угу. Она даже не перемещала никого. Так, дальше, ниндзя. Когда Майкл атакует, не бросайте кубик повреждений. Удобно. Собака, но у меня одни единицы. Трачу еду. Чтоб перебросить, изменить на двойку. На плюс один. На плюс один. Имею полное право. А что ты сюда не положил? У тебя же тут собака. Или чья это собака? А что она, кстати, делает там? А что ты не кормишь ее? А что она там делает? Вторую еду трачу, чтобы изменить это на двоечку. Да? Да. Или не надо? У меня только тут два зомби. Надо. Нет, подожди, стоп. Не спешу пока. Так, я же изгнанный, я не могу участвовать нет, в вашем нет. Здесь. Шесть, так, первое. Ну, допустим, двойку трачу, у него два плюс. Когда Майка атакует, не бросайте кубик повреждения. Ну, это вообще прелесть. Я только бросаю кубик, чтобы нам выполнить квест. Да? Да. Не выполняется. Стоп, а ты тоже? Вторую шесть. Убиваю этого зомби. Тоже бросаю кубик. Ну, ты же бросишь, уже хорошо. Ну, как? Ну, мне нравилось об этом и все. И все. Угу. И остается еще. А зомби уже больше нет.
Конечно. Поэтому никак... Меня вообще не покормили. Значит, еще надо и свой квест выполнить, господа, то, что мне тут пришло. Мне бы что-нибудь тоже заполучить. Тут хотя бы общий выполнить толку со своего, если... Так нам нужно выполнить то, что нам, а вам то, что вам. Ну да. У нас расхожие интересы. У него нет. У него общий квест. Трачу кубик, чтобы избавиться от трех карт. Раз, два, три. Мусори. Кубик. Все, вроде. А, ну еще добавим сюда еды. Все равно надо еще. А что, подожди, я не первый, не последний. Если кто-то уйдет, тогда только. Трачу еще еду, чтобы добавить сюда. Спасибо. На всякий случай. Угу. Вот теперь пас. Не сработала карточка, да, она? У кого она? Не, не сработала, она сразу не сработала. Сразу? Да? Ты сразу ее сюда положила? А что было? Игрок не изгнан, а я изгнан, да? Ты сразу сюда положила? Не перемешать выживших в локацию, где нет других. Не, я вообще не брала. Почему ты не брала? Брала. Неизгнанный туда положили. Все правильно. А, да? За меня положили? Да. Как за нее? Кто следующий? Ладно, мы могли пропустить карточку. Вот эту. Ну, наверное. Наталья, ты брала перекрестки? Ну, я не помню, чтобы я брала. Ладно, дальше. Уже все устали. Пошли. Мой предатель, давай, ходи. Предатель, спасибо. Берите кто карточку. Чтобы не забыть перекресток. А то я забыла, так еще и вы все позабыли. Сейчас что тут будет? Я использую один кубик, тройку и бью папу. Отлично. Я нападаю. На кого? На твоего, у которого два ранения. Естественно, нападаю. Свежее мясо. Дайте мне кубик, и его буду три раза кидать. Ну, по идее, пока один. У него атака два, да? Да, мне нужно. У тебя должно выпасть два или один. Очень рискованно. 6. Ты трачу еще один кубик. Я должен это сделать. 3. Нет. А почему он 3 кубика кидает? Ой, 5 было. Ну он 3 атаку на тебя. 3, да что такое? 3 атаки на меня? Да. Ты нормальный вообще? И все не мимо. Я и так раненый. Я тебя убью. Но он все равно убил. Дальше. Почему? Я не убил. Он не попал. Он не попал. У него очень хорошая атака. Ему надо было выбросить 2 или 1. Чтобы его забрать. А оружие как на это влияет, интересно? Не так просто. Угу. И не, что ну теперь? Оружие, конечно, влияет. Где у тебя эта девчонка находилась? Вот здесь, я ей атаковал. Один раз заход, когда этот выживший атакует, не бросайте кубик повреждений. То есть это не влияет? Никак? Нет, ну а, нет, это тут как бы другое. Кубик повреждений мы ж не бросаем. Ты же друг на друга нападаешь. Да. Да, Макс, если ты атакуешь другого выжившего, кубик повреждений не бросаешь. Отлично. По правилам. Что у меня еще полезно? Ну, ты пасуешь. Да, пасу. И у меня не срабатывает вот это, потому что тут вообще игрок добавляет в колонию мужчину выжившего и беспомощного выжившего. Это ты, во-первых, изгнан, ты вообще в колонию не можешь никого добавить. Пролетаем. Ходит Дмитрий, но ты тянешь вот. Карточку перекрестков. На него читай. Дмитрий, что это у нас зомби? О, все, работает. Называется работает? Грабеж. Почему? И... Срабатывает перекресток. А да? Вот... Игрок не изгнан. И его выживший находится в одной локации с выжившими изгнанного игрока. Да. Ух ты, как совпало-то. Как будто специально. Макс находится с Димкой в одной локации. Да. Засчитываю дальше. Кто-то грубо хватает тебя сзади. Меня. И бьет головой о стену. Ну, себя. Это точно вот они дрались. Ваш талончик спрашивает. Во-первых, это ты должен засчитывать, наверное. Оглушенный ты сползаешь на землю и пытаешься снова подняться. Но противник ногой прижимает тебя к земле. Наклонившись, он шепчет: мне просто нужно твои талончики. Ты ему говоришь, меня проездной. Мне просто нужны твои пожитки. Или я тебя за них убью. Или ты все отдашь добровольно. И можешь отправляться во свояси. Поверь, меня устроят оба варианта. Первый вариант. Отдай все свои карты, кроме одной, изгнанному игроку.
Ты Максу, Димка, отдашь все свои карты. А второе, я могу выбрать, что сделать? Ты пытаешься сопротивляться. Твой выживший, находившийся в одной локации с выжившим изгнанного игрока, получает две раны. Однако, если у этого вашего выжившего есть оружие, ты можешь с его помощью убить выжившего изгнанного игрока. О, веселее. В этом случае твой выживший получает одну только рану. Я всё равно умираю. У него есть оружие. Но и что? Он меня убьет. А так что, ты ему оружие еще отдашь, чтобы он тебя убил? Нет, у меня карт нету. Ему ж не жалко. Это экипировка. А это экипировка. Так, Дима, так значит, ты выбираешь вариант один. Отдать все свои карты, кроме одной, изгнанному игроку. Да, я выбираю Макс, отдать все карты. Самое главное, спасибо за воздух. Да, почему я не могу выбрать? Что он не прошел, потому что у него нет карт. Да, почему я не могу выбрать? Сработал быстро. Дима, давай, мочи зомби. Нам осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И плюс еще. Ну... Дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь лечилку. Я могу дать еду. Нет у меня карт. Нету карт. У нас уже карты позаканчивались. Мне надо куда-то переместиться, либо призвать к себе зомби. Может, там, где ты стоишь, возьми... Потому что если я начну перемещаться этим, я помру стопудово. Так перемещайся другим. А если этого, пирата можно куда-нибудь закинуть. У нас не так много зомби, вот здесь двое зомби. А студент где твой? А где больничка? А, студент тоже ранен. Студент ранен. Надо... А каждая смерть у нас минус мораль. Угу. Давайте, может, призовем кого-нибудь. Я могу сюда двух зомби призвать и ляпнуть их. Ляснуть. Призывай двух зомби. С этой локации в эту локацию ты призываешь двух зомби. Отличный ход. Затем я трачу кубик 4+, и за один раз убиваю двух чудиков, двух зомби. Но ты все равно бросаешь один раз кубик. А, то есть я могу и помереть. Студента не жалко, пусть помирает. Студента перемещаем, перемещение кидаю. Да ладно! Все пойдут сейчас под корень. Да. Мне нравится. Умирать так умирать красиво. Студент умирает. Я должен. Плюс мораль падает сразу до двух. Так, студента убрали. Он заражает самым маленьким влиянием персонажа, который находится в больнице. Максим, ну, это Клара Томпсон. Самое маленькое влияние у этой девчонки. Да. Ты ее теряешь, она умирает, и тогда зараза прекращается. Или ты бросаешь кубик, чтобы ее спасти. Ну, любое значение, кроме пустышки, повлечет дальнейшее распространение болезни. И вторая твоя помрет. Ну, ему это прекрасно. Ну, умирать? Ну, я ж не знаю, какая твоя цель. Умереть? Ну, это что-то. Может, у тебя нравится цель, чтобы ноль было. Но ты должен и вторую свою успеть выполнить цель. О, пустышка. Выжила. Выжила. Выжила, отлично, мне нравится. Так, а подожди, а зачем я четверку потратил? 4+. Что-то другое, наверное. А, я хотел потратить, стрельнув, но не потратил же ведь. А, ну значит, вот я четверку все-таки трачу и стреляю товарищем. Угу. И убиваю двух зомби, но кидаю кубик. Да. Одна рана и все? Одна рана, да, и все. Нет. Нет. Раны нет. И я кидаю простой кубик, чтобы. На двоих. Двоих зомби. 5. Есть. 1. 5. Есть! Есть. Осталось 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2. Еще 2 зомби. Так, двоих завалили. Теперь... Сколько начали игроки? Сколько начало игроков игру? Только столько надо насобирать. Не важно, кто изгнан уже, кто не изгнан. Теперь я рискую. Перемещаюсь своей серой бородой. Угу. А, хотя подожди. А на борода ж может отсюда стрелять. Да, да. И убить какого-нибудь зомбяка. Конечно.
А как он будет стрелять оттуда? Ну почему? У него, а что, он не может напасть на одного? Может же. Может, могу отсюда. И трачу вот троечку какую-нибудь. Ну да. Троечку трачу. Какого убираем? Вот это, конечно. С первой локации лучше убирать всегда. Бросай кубик повреждения. А, ну повреждения бросаю. Конечно. Сейчас. Ну, разбежался я немножко. А теперь обычно кубик бросай. Там, надеюсь, будет один. Потому что я убил. Четыре. Ура, есть. И все, последнего зомби нам остается. Еще раз убивай. Еще раз. А, этого могу же ведь. Конечно. Да, сейчас можете забрать. Еще пятерочку. Еще попробуй. Ну сначала так, он. Я подожди. Так а что, я убиваю? Убивает. Нет, он убивает, а потом повреждение. Обморожение. Обморожение начинается у этого белобрысого. И кубик. И вот последний шанс. Ура! Yes! А что мы радуемся, ребята? А что радуемся? А у меня выполнили. Я не выполнила свое. Ну, что вы радуетесь? Мне нужно быть два ранения. Я радуюсь, что конец игры. Стоп! А это, еще не конец. Круг. Наталья, ты первый игрок? Угу. Да, он типа пасует уже, да? Да, я пасую. Против тебя что-нибудь сработало, Макс? Нет, я не выполнил свою цель, к сожалению. Мы вообще брали карточку перекрестков. Да не важно. Потратили. Фаза колонии начинается. Он же брал. Да, что-то брал. Потрати еду. Стоп! А, там грабеж. Давайте потратим еду еще. Угу. Потому что потратить еду сколько? Раз, два, три, четыре. Две еды, значит. Угу. Ой, тратим. Две еды. Дальше. Проверьте мусор. Раз, что два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не работает. Смора не упадет. Ой, но я все равно не выиграю. Чай работает. Преодолите кризис. Кризис. Преодолели. Кризис вы преодолели. Угу. Потому что вы вдвоем не изгнанные. Да. Добавьте зомби. Раз, два, три, четыре. Два зомби добавляются сюда. Раз, два. В эту локацию добавляется один зомби. В эту локацию добавляется один зомби. В эту локацию добавляется один зомби. Мне надо было в эту локацию три. Добавляется... Это что? Это уже раз. Он там когда бил, выскочил. На проезжую часть. Никто не выиграет. Так, шума у нас не было. Проверьте основную цель. Проверяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, если может, она еще цель не закончилась, выполнена, игра? Нет, игра заканчивается. Сразу же. Дальше я вообще читать ничего не буду. А дальше мы свои личные проверяем. Что у меня еще должно, у тебя на руке должно быть не менее четырех карт лекарств. Ну, как я мог их насобирать? А как называется? Ну просто, вот. У тебя раскаяние. Основная цель выполнена, первая. Угу. И второе, у тебя на руке должно быть 4 карты лекарства. Я проиграл. Не собрал 3 карты. Ты как предатель, у тебя на руке должно быть 3 карты. Да, этой. Как они называются? Инструментов. Ну, с инструментами. Гадали. Да, изначально. Я так на сережку выложила. А смотри, первый пункт твоей секретной цели меняется на у тебя на руке не менее 3 карт. Да. У тебя должно было 3 карты с инструментами быть, а второй пункт у тебя должно быть 6 карт с пропитанием. А, у меня только первый пункт. А, ну я бы тогда стопудово не выполнил бы. Ну, мы все проиграли. Да. Да. Ты у тебя выиграл. Что было? Дмитрий, ты выполнил? Нет. Лидер. У тебя... Что? Должен быть пустые, у тебя в последователях больше всего выживших. У меня только один в последователях. Ну, у тебя не было. Ну да, ты тоже проиграл. А у меня у Натальи больше всего. Я даже не знаю, кто у меня в последователях. Я даже потом, когда мне замочили лидера группы, я даже лидера группы не ставил. Ну, у Натальи больше, да? Нет, я мазохист. У меня должно было быть 2 ранения хотя бы у одного персонажа. У одного? У меня по одному ранению только.
ты самая близка была к победе. Да, из твоих выживших не менее двух ран любого типа. Вот еще, да, еще по одной ране. Но я не думала, что ты так быстро закончишь. Я думала, что я вот-вот-вот. А вы бы не закончили, если бы вы не смогли. Может, я бы выпустил. Ну что, вот игра не похожа друг на дружку. Сколько мы этот сценарий не играли, а он сейчас так повернулся, и с предателем, и совсем на свете, что это, ну, растянулось, конечно, на несколько часов, а что делать? Но было весело. Вот, вот такие нам вот. Нам было весело, не знаю, как зрителям. Это вам не в евроигрушки на победные очки играть. Здесь да, эмоции, здесь сюжет, здесь здесь вот, все плохо. Ну вот никто не выиграл. Не совсем стыдно проиграли, не совсем стыдно. Не совсем. Да. Да. Ребята, спасибо. Моральный дух у нас спасибо. Нормальный. Что? Руку предателю пожимаете. Я получил огромное удовольствие. Молодец. Молодец. Макс сыграл свою роль. Макс сыграл. Ты свою роль сыграл. Меня выставил. Да, да. Все. Большое спасибо зрителям за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ловите нас на просторах Ютуба каждую неделю. Пока. Пока. До свидания.